Капитальные ремонты закончены, готовится список дорог на следующий год. Сегодня прошла приемка улицы Спасской, которую ремонтировали последние по федеральной программе. Вопросы к подрядчикам возникали по ходу всего сезона ремонтов. Без них не обошлось и во время приемки. Правда, контролеры признавать очевидных ошибок не захотели. Новый асфальт на Спасской уже начал крошиться. Особенно это заметно на стыках свежего и старого покрытия. Специалисты просто закатали их бесформенным куском асфальта. Возможно, причина такого ремонта в том, что эту дорогу ремонтировали на сэкономленные деньги и материалов не хватило. Тем не менее, управление дорожной и парковой инфраструктуры назвали ремонт на Спасской качественным. Сказали, что претензий нет ни к новому асфальту, ни к подрядчикам, которые его укладывали. Нет, это сопряжение делали, асфальт не крошится, то есть все испытания произведены. Асфальт ЧМА здесь, то есть технология та же самая, выравнивающий слой Б2, верхний слой ЧМА. Все капитальные ремонты дорог в этом году закончены. Дорожники говорят, что уже готов перечень улиц, которые приведут в порядок в 2020-м. В ближайшее время список обсудят на публичных слушаниях. После того, как его утвердят, начнут искать подрядчика. Сумма, которую выделят на дорожные ремонты в следующем году, серьезно не изменится. Как и в этом, она составит чуть больше 1 миллиарда рублей.